А ми продовжуємо наші прямі включення зі студії в Києві «Бомбарбія ТВ», «Бомбарбія Евакуація». І Тетяна Марштупа і Анна Абрамьонок знову з вами на зв'язку. З нами сьогодні у фіналі дня буде на зв'язку Ірландія. Пост-Лаос. Я завжди переживаю, коли починаю вимовляти місця, яких я не знаю. І наш респондент Олена Зуєва. Лена, привіт! Олена, вітаємо вас! Привіт! Сьогодні у нас така дуже різка тема. Тема має назву «Мені заважають мої діти». Лена, тобі заважають? От і поговоримо про це. Ну, зрозуміло, що не можна так, мені це ж не красиво, не модно, і типу, як можна матері заважати діти. Але давай подивимось з іншого боку. Я хочу піти на роботу, мені заважають діти. Я хочу приготувати їсти, вони мені заважають. Я хочу займатися спортом, вони мені не дають, заважають. От з такого ракурсу, типу, нічого критичного, але просто факт, як у житті. Це різко, але психологи радять це виговорювати. Почнемо спочатку. Скільки дітей, який вік? Ну, я мать взрослих дітей. І один із моїх синовей знаходиться в Україні, йому 21 год, а той син, з яким я сюди приїхала, йому 15 років, і літом буде 16. То сказати, звісно, що він як-то впливає отрицательно на течение моєї житті, ну, уж точно буде неправда і неправильно. Однозначно я могу сказать, вот вашу тему, да, отправить в русло, как можно свою жизнь подстроить под жизнь ребенка, потому что несмотря на то, что он физически уже мне не мешает, назовем это так, но фактически вся моя жизнь на данный момент, ну и собственно до того мы жили жизнью наших детей, то есть наша жизнь однозначно изменила свое течение с момента появления детей, да, и мы их растим, мы их обучаем, и, конечно же, даже визит сюда строго подчинен обучению ребенка. Я сюда приехала, собственно говоря, с целью, мы об этом писали, когда искали спонсоров для визита сюда, мы писали то, что первая наша цель – это обучение и становление именно новой жизни. Мы просто оказались на таком рубеже, как окончание 9 класса, и ему 16 лет, и однозначно мы вот именно в это время должны были принять какое-то решение по его образованию. Поэтому да, наша жизнь ребенка строго, вернее, наша взрослая жизнь строго подчинена жизни наших детей. Ну, мне кажется, это нормально. С одной стороны, да, а с другой стороны, хочется, чтобы и своя жизнь оставалась, потому что, ну, как говорят многие выросшие дети, ты мне мешаешь. То есть, когда мамы подчиняют свою жизнь ребенку и начинают потом со временем жить жизнью ребенка, то это ему мешает, это является для него стопом. Ты понимаешь, о чем я, собственно говоря, и даже до войны, и всегда говорила о том, что мы сознательно заводим детей, да, мы их создаем, и они у нас появляются, и мы несем ответственность за них. И ну, моя жизнь и жизнь моего супруга, она изменилась с момента появления детей, но мы ни в коем случае себя ни в чем не ограничивали. И с нашей-то работой мы постоянно были в разъездах, но тем не менее мы всю нашу жизнь планировали с учетом того, что у нас есть какие-то первостепенные цели и задачи. Поэтому сказать, что мы как-то ущемлены нашими, ну, фактом наличия у нас детей, ни в коем случае. Мы живем абсолютно полноценной жизнью, но все равно мы выстраиваем свою жизнь с учетом интересов наших детей. И что я хочу сказать, мы ее выстраиваем и опять же, живем параллельно вместе с нашими родителями, тем самым показывая пример нашим детям. Вот я, например, отношусь к своим родителям так, как я бы хотела, чтобы мои дети относились ко мне в будущем, ну, собственно, в моей старости. То есть мы своим примером демонстрируем отношения, даже сейчас на расстоянии,
я демонстрирую отношение свое к родителям моим, к родителям моего супруга. Даже это расстояние, я не допускаю, чтобы это расстояние внедрилось в нашу жизнь и создало какой-то информационный вакуум для меня и моего сына. То есть, прежде всего, чем мы сейчас занимаемся, мы тоже выстраиваем какие-то коммуникации с нашими родственниками, которые остались в Украине. Вот вам тоже занятие номер один. Чем занять себя и ребенка? Выстраивать коммуникацию, не создавать информационный вакуум. А сказать, что я, что мы потом, ну вот, собственно, у меня уже есть пример, у меня есть взрослый сын, и который никогда не сможет сказать, что я влажу в его жизнь, или я заставляю его жить моей жизнью, или я живу его жизнью, нет, ни в коем случае. Я строго, строго почитаю индивидуальность и индивидуальное пространство. И даже если это маленький человек, то у него должно быть индивидуальное пространство. И вот у меня, как у мамы, например, есть такие табу. Я никогда не залезу в карманы, я не залезу в кошельки. У них тоже есть у себя, у своих кошельки. И это их индивидуальные места, в которые я не имею права вторгаться. Ну, это мои личные такие вот правила и принципы. И это же все сейчас приехало со мной сюда, да? То есть даже здесь у него есть свое пространство, несмотря на то, что мы с ним сейчас живем в одной комнате. То есть, ну, вот эти вот мои личные принципы, они приехали вместе со мной. До речі, про комунікацію і про вистроювання відносин. У нас в якомусь ефірі була дуже цікава порада. Сім'я, мама і донька виїхали, інша донька в іншій країні, батько залишився на Україні, і вони створили телеграм-канал, в якому вони не просто питають, як твої справи, що там, як там, а вони викладують коротесенькі відео, як хто провів день, і так спілкуються один одному, тримують на расстоянии. Мы точно так же делали, но мы это делали уже много лет, еще до войны, по той причине, что у нас достаточно дружная семья, родители супруга, мои родители, брат супруга. Вот мы все давным-давно создали такой вайбер-канал, и в этот канал мы делились какой-то информацией. Ну, конечно же, вся семья, она очень радуется успехам детей. И вот сейчас, на данный момент, вот вчера мы только имели беседу с Максимом, с сыном. Я ему говорю: Макс, ты должен делиться своими впечатлениями, которые ты сейчас имеешь в полном объеме от начала обучения в школе. Это неимоверная разница с украинской школой, и это действительно, уже мы видим разницу в плане изменившегося ученика, и этой информацией следует делиться с бабушками, дедушками, я говорю, с папой, да, то есть максимум пытайся постить в этот канал информации по той причине, что это подпитывает сейчас наших родных, которые остались в Украине, подпитывает положительными эмоциями. То есть успехи наших детей — это же гораздо ярче, чем наши собственные успехи. И этими успехами подпитываюсь не только я, а ну, подпитываются еще и наши родные, которые остались в Украине. И элементарные там радости по поводу «я пошел в библиотеку и нашел суперинтересную книгу». На самом деле это очень радует и бабушек, и дедушек, и папу. И сегодня вот Макс уехал в школу в 7 утра для того, чтобы до уроков сходить в библиотеку и позаниматься с этой книгой. Ну, тобто, очень, такие перемены. У него появилось такое новое захопление. Да, то есть за 4, вот 4 дня он учится в школе. Уже и именно вот полноценно занимается, на уроках присутствует, получает домашнее задание. И вот за 4 дня каким-то волшебным образом учителя смогли вызвать в нем желание не только пойти в библиотеку, но и ходить туда до уроков и после уроков и листать там книги. Я не понимаю, как это работает, я об этом громко говорю, я не понимаю, как это работает. Каким образом им это удалось, при том, что многие годы культивировалась в молодежи, среди молодежи, да, тема «читать книги не модно». Но нет, тут по-другому. Не знаю, может быть, примером здешних детей уже и плюс работы учителей уже вот что-то поменялось. Но меня это очень радует. Есть какие-то его привычки либо желания, которые не так радуют? Ну вот что-то приобретенное там, что он сейчас проявляет, а тебе оно
Нет, у нас сейчас, мы, ну, вероятно, мы попали тут тоже в такую семью, в которой есть чему поучиться. И тут у нас наоборот происходит трансформация в ту сторону, которую я бы хотела иметь у нас еще в Украине до того. Но так как я раньше была в меньшинстве в нашей семье, то есть у нас был акцент больше на спорт, а музыку, которую я люблю, классическую музыку, то есть я играла, занималась когда-то на фортепиано, у нас как-то так мальчишки не поощряли, ну, спорт, спорт, спорт. А здесь получается и спорт, и музыка на таком должном уровне, что Максу ничего не остается, как тоже потихонечку-потихонечку присаживается возле фортепиано. В общем, глядишь, и на уроки пойдет по фортепиано. Поэтому такое тут, в общем, очень много правильного. Ну, я уже говорила, Британия — это страна традиций, и я уже обратила внимание на то, что очень многие семьи строго следуют вот традициям. То есть там чай послеобеденный, музыкальные занятия вечером, игра в шахматы. Это прям вот на должном уровне, это нормально. Это не показуха, уже я месяц здесь практически. Это каждый день что-то вот такое происходит, что для нас удивительно. Ну, на самом деле удивительно. Ритуалы, да, они соблюдают ежедневные ритуалы, которые страна, поддерживают, да, из поколения строго в поколение. Страна традиций. То есть тут вот и в быту, и во многих таких моментах, например, как значимость почты, да, почта — это очень серьезно. То есть это такая страна реально традиций. То есть у них действительно открытки и письма. Вот у нас-то это уже такой себе рудимент буквально, mm-hmm. да, вот фактически mm-hmm. жизни. Ну, как часто мы отправляем письма? А здесь реально жизнь сосредоточена на почте, то есть она называется Royal Mail, так и все движения, то есть карточки по почте приходят, там карточка на проезд, все по почте. Ну, вот вам, пожалуйста, это такая традиция, и до сих пор она существует параллельно с современностью. Вы свои традиции привезли? Ну, вчера по меньшей мере готовила ужин украинский, такой, иногда периодически свою традицию кулинарного мастерства пытаюсь внедрить. Вчера делали вареники, умещали, делали пельмени. Наши традиции, опять же, вот тоже нам очень повезло с теми спонсорами, которые нас приняли. Наши традиции очень созвучны с их традициями семьи. То есть у них жизнь течет параллельно с жизнью и подчинена жизни. То есть есть какие-то цели вырастить нормальных людей, детей. То есть образование детей стоит на первом месте, их интеллигентное воспитание, взращивание параллельно с этим стоит на главных местах. То есть вот эти такие наши традиции и цели очень-очень совпадают. И, конечно же, я тут чувствую себя очень комфортно, и у меня нет нужды как-то внедрять свои традиции, потому что они здесь и так внедрены. Ну, а все остальное, собственно, вот все мое приехало со мной. Такое ощущение, ты сейчас рассказываешь, что ты загадывала эту семью Санта-Клаусу или Деда Мороза на Новый год, прям выписывала все по пунктикам и получила, ну, потому что глаза блестят, угу. Слава Богу, на сына оказывает благотворное влияние. Ну, я комфортно себя чувствую, конечно, это очень важно. Ну, что значит, когда ты начинаешь говорить, тут учишься еще говорить правильно, начинаешь говорить, тебя с полуслова понимают и подсказывают, как грамматически правильно это произнести, но мысленно, да, тебя поддерживают, и не надо распинаться и что-то объяснять, потому что как-то между строк все совпадает. Это так важно, вот как мы нашли, ну, себе подобных людей на расстоянии там нескольких тысяч километров. Вы на английском общаетесь? Да, ну, конечно, они по-русски. Вот сейчас... Ну, как-то и никто и не пытается изучать. Я английский язык свой разговорный реанимирую сейчас. И, судя по всему, я уже смеялась вчера, что пока мне government предоставит курсы, я, наверное, сама быстрее все выучу, начну говорить. Пойдешь преподавать. Что... Ну, на самом деле, все так они неспешно делают. То есть сейчас вопрос курсы. Они нашли мне один раз в неделю курсы посещать.
что такое один раз в неделю. Я, в общем, занимаюсь каждый день самостоятельно, и все очень успешно. Но вот опять же по поводу детей. Всю предыдущую, наверное, предыдущих там 2-3 года у меня прям как мантра была: дети, учитесь, Максим, занимайся. Ну, старший хорошо знает английский язык. Максим, занимайся, младший, занимайся. А у него: ну почему, я хочу туда, я хочу сюда. Макс, занимайся. Я все время говорила: ты не можешь знать, что тебя ждет завтра. Uh-huh. Это прямо вот как такое внутреннее предчувствие. И все-таки он занимался, и сейчас в школе он абсолютно интегрирован в английскую школу. Он справляется с предметами, он полностью интегрирован в общество детей, не имеет никаких проблем, уже был даже в гостях у мальчика местного дома. То есть вот все-таки учеба, да, и то, что, ну, необходимо в современном мире изучать, то нужно изучать сегодня, а не откладывать это на завтра. И тогда ты будешь даже в неожиданных ситуациях чувствовать себя комфортно. Вот ему жизнь продемонстрировала все в самых ярких красках, потому что учиться нужно тогда, когда тебе говорят учиться. Ну, а так, я вчера уже говорила редакторам, да, по поводу того, что в моем случае реально получается, не я уже его развлекать должна, а в свободное от учебы время он меня развлекает. А чем он меня развлекает? Мы вместе параллельно, вот он меня тренирует неправильным глаголом. Либо мы отправляемся с ним на спортивные площадки, он, ну, вот был момент, он мне говорит: мам, пойдем в бадминтон поиграем. То есть уже сам ребенок выступает инициатором каких-то... Организатором дозвилля. Да, для меня непосредственно. Ну и в момент, когда вот такие сложные ситуации, когда какие-то моменты бывают дискомфортные с языком, то он мне потом еще устраивает такие тренинги по языку. Вот, поэтому вот что сейчас у нас. Мы с ним живем такой... Он мне и моральная поддержка тоже. Периодически подойдет, там по голове погладит. Все равно бывают моменты, когда новости захлестывают, и такая, как пороховая бочка сейчас в Одессе. И эти новости вызывают иногда просто... слова заканчиваются. И взрослый сын, да, мы с ним выстроили такие отношения, что он мне является и моральной поддержкой тоже. И вот этот вот момент погладить маму по голове, это тоже... очень нужно. Да, Лена, спасибо большое. Твой случай опять подтвердил большинство резидентов, сегодня выступающих в нашей студии, что наши дети мешают нам впадать в депрессию, ничего не делать и не стремиться к лучшему. То есть ребенок – это стимул двигаться дальше, подниматься и жить, несмотря ни на что. Вони спонукають нас. Пожалуйста, підтвердіть. Так, вони допомагають нам і спонукають нас і посміхатись, і тримати себе в руках в гарній формі, і відкривати для себе і для дитини щось нове. Дякуємо, Олено. І вам дякую. Гарного дня. Дякуємо. А ми будемо завершувати сьогоднішній ефір, передаючи слово нашій західній студії «Захід». І що ми хочемо сказати від себе? Народжувати дітей, вони дають дуже гарну мотивацію на майбутнє. Стимул для життя. До зустрічі!